Всем привет! Сегодня мы делаем монтаж свадьбы в ресторане «Времена года» в Москве. Из-за того, что мы находимся в центре, пришлось машину поставить, не знаю, мне кажется, в 3 километрах. Наш водитель уже все разгрузил. В принципе, осталось расставить композиции, сделать оформление президиума. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Давайте поактивнее. Мы будем все круче делать наш контент, давать больше ценностей на канале, делать обзоры площадок для того, чтобы вам было понятно, какие рестораны, банкетные залы, что из себя представляют. Мне кажется, это прикольно было бы для организаторов, для молодоженов тех же. А если вам понравился наш декор и вы хотите его заказать и посмотреть наш ассортимент, то внизу ссылка в описании, переходите. Сейчас, ну, как всегда, классное предложение, так что заказывайте. А я думаю, что специально для подписчиков наших мы сделаем еще дополнительную скидку на наш декор. Ну а сейчас поехали. Отлично. Абсолютно наплевать то, что играть. Мы в парке Горького. Здесь проблема с пропуском, как всегда. Пешеходные зоны. Ну вот, походу, уже ресторан, мы его нашли. Сейчас бежим оформлять. Аня давно хотела прогуляться в парке Горького. Вот настал тот момент, когда можно будет прогуляться в парке Горького. Вообще-то смешно, Кирилл. Вот, времена года. Молодец наш монтажник, доставщик, Мансур его зовут. Уже все расставил. Как приятно. Очень красивое место в парке Горького, Крымский мост, много веранд. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, все как обычно. Пишите комментарии, все, пока. Пока-пока. Ребят, в дальнейшем у нас появляются мысли о том, чтобы разработать какую-то модель франшиз. Возможно, мы сейчас торопимся с этим, но в дальнейшем, скорее всего, все-таки мы будем это запускать. У нас есть ссылка в описании нашего канала, не ссылка, а почта info@flowersbook.ru. Присылайте туда свои запросы. Вот, посмотрим, какое у вас количество может быть, какие города хотят. Естественно, города-миллионники нужны для того, чтобы все работало так, как нужно. В целом, мы будем предлагать создать бизнес, который может работать без вас. Естественно, самое главное, как бы наша компетенция. Вот. Ну и, конечно, любовь к этому бизнесу тоже должна присутствовать. Все-таки это такой очень-очень узкий профиль. Так что, если кому-то было бы интересно открыть франшизу в своем городе цветочной декорации и аренды декора, то отправляйте свои запросы в нашу почту. Мы обязательно при большом скоплении этих запросов мы сделаем уже конкретное предложение, конкретную упаковку этого предложения, сделаем презентацию и уже будем работать. Всем пока!